Эти должны новый продукт давать все время. Мы не поднимаем... Чего мы не поднимаем? Мы не социализм, мы капитализм. Мы не можем поднять ничего, нами руководят торгаши. И ничего вы вмешаться в это не можете. Ни я не могу вмешаться в процесс моего показа на РЕН-ТВ. Ни вы не можете, чтобы выше пояса. Конечно, разве могло подобное? Могло подобное случиться в советское время, чтобы то, что несет Comedy Club или Дом-2, получили на советском телевидении? Да о чем вы говорите? А разве могли чеченцы разъезжать по улицам с оружием в Москве? Да что вы, много чего не могло. И не надо говорить, что в советское время вот молодые девчонки сидят, что в советское время все было плохо. Что за чушь? У меня 3000 друзей минимум было за советское время, ни одного не посадили. Ни одного. Что вы придумываете все, что у нас вот так сажали? Мне один бизнесмен говорит, а у меня 5 друзей посадили. Я говорю, перечисли. Он перечислил, они все жулики. Они должны сидеть в тюрьме. А сегодня эти повылезали, они помощники депутатов. Мы живем при капитализме, самом негодяйском строе. Но нам сказали, что это демократия. Нам же внушают это. А? А демократия это строй, по-твоему? Кто-то. Вы же не учили Ленина, вы не знаете, что такое строй. Строй это отношение к средствам производства. У Ленина надо поучиться. Он теоретик был великий. Так, пацан хуже оказался. А теоретик он великий был. Вы сейчас бросили такую фразу о том, что